Ты молодец, Андрей! Ладно, Джесс. Похоже, началась эвакуация мирных жителей. Парижское восстание. Нацисты обосрались от страха. Слышишь сирену, Софи? Нужен код. Проверь будку охранника. Код скоро будет. Помоги. Эй, я нашла мини-компьютер. Может, выудим из него что-нибудь? Здорово.
завалим этого суперсолдата! Давай, София, режь свиней! Слышь, костюм просто отпад. Ты в нем офигенно смотришься. Блин, оглядись-ка, тут никого нет. Будто конец света настал. Ого, это еще что за хрень? Position!
Спасибо, Джесс. Джесс. Вот так. Пусть знает, кто тут главный. Давай на этот раз без шума. Этим я займусь!
я заметила там кое-что интересное. Одолела Сару Джейн из школы. Сара Джейн Террелла у тебя мелочь, Джесс. Она не нацистка. Ну, немногим лучше. Хочешь пробраться по-тихому?
О, черт. Да, конечно. Это вам. Прошу. Вот это да. Вино чудесно сочетается с шоколадом. Сигарету. Нет, 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 нет. Дым втягивают в легкие. Вот так. Понятно. Не будь войны, вы, девочки, сейчас бы радовались жизни. Так что наслаждайтесь каждой секундой, пока можете. Дамы, я расшифровала данные с нацистского сервера. Рапорты нацистов, выживших при встрече с капитаном Бласковицем. Судя по обрывкам информации, он искал некую лабораторию. Лабораторию X. Он наверняка там. Идемте! Постой, Джесс! Мало кто знает о существовании лаборатории X. Сядь, лохушка! Да пошла. Немецкий знаете? Немного. Эбби. Вот запись сообщения генерала Лотара Бранта. Слушайте. Befindet sich jeweils ein Hauptcomputer, abgeschirmt vom stadtweiten elektronischen Netzwerk. Alle Informationen zu Labor X aufgeteilt auf die Brüder. Ich will das... Это все, что есть. Ты позволишь? Генерал Лотар построил брудеры, чтобы получить возможность контролировать весь Париж. В каждой из башен есть свой оберкомендант, у которого хранятся ключи. Получив ключи от главного сервера, мы откроем вход в лабораторию X и найдем вашего отца. Проберемся в башню, убьем оберкомендантов, возьмем ключи, откроем серверы, и дело в шляпе. Мы его дядю убили нацисты. И дело было совсем не в шляпе. Ой, простите, это просто фраза такая у Артура и Кеннета. Конечно, я же шучу. Я прекрасно знаю выражение про шляпу. Оу, это мне? Спасибо. Софи, боюсь, брудера вам не осилить. Без должной подготовки вам к этим башням даже не подойти. Удачи. Кстати, если вдруг вам понадобятся сигареты, только скажите. Et bon travail, Би. Прикольная леди. Мы ничего не упустили? Типа? Типа рояля в кустах. Джесс, да расслабься ты хоть раз в жизни.